Очки идут многим, но порой так хочется взглянуть на мир новым взглядом, без всяких приспособлений. Восстановить зрение сейчас можно с помощью всего одной операции, вот только решиться на нее не так-то просто. Обсудим все нюансы, связанные с лазерной коррекцией, с офтальмологом. Очки и линзы – не единственный выход для тех, кто плохо видит. Лазерная коррекция – способ, позволяющий за считанные минуты стать обладателем хорошего зрения людям, страдающим такими заболеваниями глаз, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Ростовские офтальмохирурги накопили огромный опыт применения этого метода восстановления зрения. При помощи лазерной коррекции сотни тысяч людей уже смогли взглянуть на мир без очков и контактных линз. Современное лазерное оборудование позволяет выполнять процедуру восстановления зрения наиболее эффективными и безопасными способами. Длительность такой процедуры 10-15 минут. Выполняется подместная капельная анестезия без госпитализации. Улучшение зрения у пациентов наступает через 1,5-2 часа после лазерной коррекции. Новые технологии в клиниках позволяют проводить лазерную коррекцию зрения с фемтосекундным сопровождением. Это практически полностью автоматизированная технология. Новый золотой стандарт в выполнении этой процедуры, принятый ведущими офтальмологическими центрами мира. Еще один шаг к совершенству – технология персонифицированного сопровождения лазерной коррекции. Она позволяет учитывать мельчайшие особенности зрительной системы каждого конкретного человека и добиваться в итоге зрения максимального качества. Спонсор рубрики «Офтальмологическая клиника Эксимер».